нашей организации, которую мы сейчас создали, структуры, молодежные структуры, которые мы создали под гидой, под лоном Ассамблеи народа Казахстана, они в любом случае берут свое начало от регионов, от региональной инициативы. В рамках деятельности молодежной организации Ассамблеи народа Казахстана началось посещение регионов с целью организации встреч с представителями молодежных инициатив. Основная цель – обсуждение новых проектов и подходов деятельности молодежного движения Ассамблеи. Одним из посещенных моногородов оказался город Темиртау. И сегодня мы провели очень интересную, продуктивную встречу с молодежью города Темиртау. И я думаю, что вот именно такие мозговые штурмы, такие нетворкинги, свободные, непринужденные, в непринужденном формате, они позволяют как раз-таки выработать вот тот инструментарий, те конкретные меры по реализации вот уже проектов на республиканском уровне. Я думаю, что вот все те идеи, которые мы сегодня услышали, которые мы сегодня обсудили, мы, безусловно, будем использовать в своей работе. И я уже думаю, вместе с молодежью города Темиртау мы будем отрабатывать какие-то точечные проекты, да, направленные на повышение активности молодежи в Карагандинской области, но и также направленные на развития молодежи Казахстана в целом. В мероприятии приняли участие депутаты городского маслихата, представители этнокультурных обществ и активная молодежь города. Как отмечают активисты, проведение подобных круглых столов – огромная возможность для моногородской молодежи. У нас был мозговой штурм, в котором мы делились своими идеями, и председатель Тимур Джамурбаев, он слушал, выслушивал и брал какие-то идеи на заметку, чтобы уже проводилась большая работа по направлению Ассамблеи народов Казахстана. Но мне, как активисту этого города, мне важно то, что важно быть услышанной вообще в целом на республиканском уровне, что такой человек приехал, услышал наши пожелания, претензии, возражения. У нас уже несколько новых идей есть, которые мы уже ему передали, и сейчас они будут осуществляться уже на республиканском уровне. Как отмечает Тимур Джамурбаев, все предложенные проекты и пожелания в ходе нетворкинга будут рассмотрены и учтены в дальнейшем на уровне республики. Юлия Исланова, Дмитрий Косыгин, Новости Темиртау.